Так, всем привет, мои дорогие. Я очень рада, если вы находитесь со мной, если вы подписались на меня. Вот это видео будет о том, какие же нужно сделать покупки каждой беременной девушке, когда у нее начинает увеличиваться животик, то есть о покупках для нашего животика. Вот, оставайтесь со мной, я вам покажу, продемонстрирую вещи, которые купила я, которые я могу посоветовать. Вот. Ну, как мы все понимаем, фигура каждой беременной девушки начинает меняться, да, начинает увеличиваться животик, у кого-то бедра, грудь. Но расстраиваться или унывать из-за этого не нужно. Не нужно одевать на себя мешки из-под картошки, там, я не знаю, какие-то неимоверные серые балахоны. Нет. Это прекрасное время, когда вы расцветаете, когда вы выполняете самую главную функцию женщины, носите малыша под своим сердцем, да. Просто иногда, вот на самом деле, я сижу в женской консультации в очереди к своему врачу, и я иногда порой просто удивляюсь. Девушки такие вроде симпатичные, но абсолютно неопрятно выглядят, непонятно там, что у них на голове, на лице, во что они одеты, и ты думаешь, блин, бедные ваши мужья, которые видят вас такими, абсолютно себя забрасывают. Говорят, ну так что, я же беременная, там, мне можно. Нет, нет, нельзя, наоборот, мы должны выглядеть еще лучше, чтобы окружающие говорили нам комплименты, чтобы они подчеркивали нашу красоту, и тогда наше настроение будет улучшаться, и это будет положительно влиять также на нашего малыша. Вот. Ну, что я могу сказать, что на первое место из покупок для наших животиков я поставила штанишки. Нужно обязательно приобрести специальные штанишки для беременных, потому что где-то примерно 16 неделек уже, но вот у меня лично, у кого-то раньше, у кого-то позже, у всех девушек по-разному, и ни одну нельзя сравнивать друг с другом. Все беременности абсолютно разные. У меня примерно 16 неделек начал резко округляться животик. До этого, не знаю, может, каких-то видео я вставлю, либо по поводу спорта, свои фотографии на первом триместре, какая я была. Вот. И мы с мамой поехали во все магазины нашего города. Конечно, от выбора я просто была в шоке, потому что цены, ну как сказать, они высокие, то есть они выше, чем для небеременных, но качество в разы, просто в разы хуже. Ужасно. Но нам повезло, мы попали в магазин. В одном магазине я купила двое штанишек. Одни это джинсы, вторые это как брючки черные, такие леггинсы. Безумно удобные. На каждый день я вставлю видео, покажу вам эти штанишки на себе. Вот. Вот они, специальные штанишки черненькие. Они идут как леггинсы такие, зауженные. То есть, в принципе, обычно такие современные. Вот здесь мы видим специальный трикотажик. Видно, да? Вот он проходит. Специальный трикотажик для нашего животика. Здесь вот такая штучка, которую мы регулируем. Очень приятный на ощупь, очень удобный. Вообще, мне безумно нравится, абсолютно совсем на каждый день. Что? Покажу вам джинсы. Вот из себя такие вот они. Такие джинсики с такой резиночкой. То есть они зауженные к низу. Нормальные современные джинсы. Обычной синей расцветки. И вот вставлен такой трикотаж. Очень мягкий. Очень хорошо тянется, мне даже они велики. Я не знаю, это уже, наверное, ближе к третьему триместру. Вот здесь также находится вот такая резиночка. Очень огромная, не знаю, на какой-то живот, это на живот бегемота, наверное. Ну,
огромная длинная резинка, я все думаю, обрезать ее, не обрезать. Но пока оставила, я эти джинсы не очень часто ношу, потому что они мне пока еще великоваты на мой животик. А ношу я практически постоянно на повседневку вот эти вот черные брючки зауженные. Тоже трикотажик, тоже эта вот штучка, резиночка. Вот, они просто абсолютно мне подходят по размеру, по длине, по всему. Очень меня порадовали. Вот. Ну, это я почему поставила эти покупки на первое место, потому что это очень важно. Не думайте, что вы обычные штаны или обычные леггинсы просто спустите пониже. Все равно ваши бока будет передавливать. И это все равно идет давление на вашего малыша, на вашу маточку. Это может вызвать какие-то тонусы. А тонус ни на первом, ни на втором триместре – это ничего хорошего. То есть штанишки – это очень-очень важно. Либо если вы не любите ходить в штанишках, вы ходите в платьях, тогда советую приобрести специальные колготки, которые идут до талии. Это место тоже у них очень хорошо растягивается. Вот. Ни в коем случае не пережимайте свои животики. Вот. А дальше второе, но это точно тоже очень важная покупка, это белье. Специальное белье для беременных. Ну, а трусики я не буду вам показывать. Вот. Мне легче, я не покупала специально в магазинах для беременных нижнее белье. Я покупала обычное хлопковое белье в магазинах типа там Билеты, Билетажа, шортики на 1-2 размера больше, которые также не передавливают ни бока, ни животик, абсолютно свободно сидят на моих бедрах. Но что нужно приобрести однозначно, это бюстики. Все мы хотим сохранить нашу грудь в прекрасном состоянии. Я сделаю потом видео об уходе за грудью, как я это делаю, как я считаю нужным это делать. Вот. Но тут я покажу просто, в чем я хожу. То есть, ну вот, к примеру, я приобрела вот такой вот бюстик. Абсолютно обычный, хорошо тянется. В нем можно и ходить по дому, и спать. То есть он очень-очень удобный. Но единственное, что неудобно будет, если одевать под какую-то тонкую одежду, то здесь, конечно, будет просвечивать грудь, поэтому в этом плане он, наверное, не очень удобный. Но а так на повседневную носку, под какие-то свитшоты, под свитера, я обожаю его. Телесный, незаметно. Вот. И также я хотела показать, что я вот ношу такие спортивные топы. Абсолютно спортивные. Это у меня еще было до беременности. Вот такой вот он. Очень хорошо фиксирует грудь, без косточек, внизу вот эта вот резиночка, которая прекрасно поддерживает, фиксирует вашу грудь. Такой вот у меня тоже был до беременности еще, тоже с толстой резиночкой под грудью. Очень мне удобно, вот эти вот спортивные топы. И один, всего один я купила в магазине для беременных. Вот так вот он застегивается спереди. Это уже идет бюстик для беременных и кормящих. Сейчас я вам покажу. Вот сзади он тоже как спортивный топ. И спереди здесь идут такие вот чашечки. Здесь вот такой замочек. Его потом мы будем открывать. И здесь будет наша грудь. То есть это очень удобно для кормящих мам. Я планирую кормить долго. Поэтому я думаю, что он мне понадобится. Сейчас пока я его ношу редко. Ну, я одеваю, но в основном я ношу вот такие топы спортивные. Мне в них очень удобно и комфортно.
Так, ну и последнее, наверное, тоже очень важные покупки именно для беременных, именно которые я купила. Не всем это нужно. У меня просто отягощенная наследственность по варикозным расширению вен. И у бабушки, и у мамы у меня есть это заболевание, поэтому, конечно, я вхожу в группу риска. Поэтому это компрессионный трикотаж. Вот, я приобрела еще, я только, наверное, ну, буквально, наверное, в 12 неделек я уже купила себе. Сначала я себе купила колготочки. Вот они такие колготочки. Что мне не нравится, что они малоден, или как сказать, у них нет толщи. То есть они делятся только по степени компрессии. Это первая, самая низкая степень компрессии для беременных. Вот такие вот они. И еще один минус, что мне не нравится. Вот, не знаю, видно вам или не видно. Вот здесь такие пяточки. Вот такие вот пяточки, которые, когда ты одеваешь туфли, балетки, или ты снимаешь обувь и ну, у кого-то в гостях, то есть эти пяточки, они очень сильно выделяются, они как нашитые такие. Ну, не знаю, мне не очень нравится, как смотрятся. Одевать их тяжело каждое утро. Тяжело они очень одеваются, но это лучшая профилактика, конечно. И потом я купила себе, чтобы уже даже дома ходить, то есть дома вы понимаете, что в колготках ходить мне не очень удобно, я себе купила вот такие вот гольфики. Та же самая ерунда, те же самые пяточки. Носочки вот эти вот дурацкие. Но что делать? Красота требует жертв. Да? Вот так вот они очень тяжело тянутся. Ножку они сдавливают. Вот. Ну и все, наверное. Это вот такие наиболее важные покупки именно для беременных, для наших животиков. Вот. А остальные какие-то покупки я уже делала в обычных магазинах. Не для беременных. Вот, это какие-то такие платья силуэтов. Но мне в этом плане очень повезло, и все мои подруги тоже смеются надо мной, что всегда, даже когда я до беременности была стройненькая и без животика, худенькая, у меня, в принципе, все вещи очень свободны. То есть это я тоже, например, все покупала до беременности. Рубашки какие-то я все время покупала на несколько размеров больше. Платья у меня все тоже А-силуэта. Буквально вот несколько я купила во время беременности. И в этом плане мне как бы очень повезло. Вот, ну, покажу вам еще, наверное, какие-то луки или потом, когда буду снимать свои наряды, в чем я хожу на каждый день, как я наряжаюсь. Вот. А, еще одна из важных моих покупочек была, это очень крутая курточка. Ее я купила в магазине не для беременных, то есть мне ее подогнала моя мама. Вот, я вставлю, сейчас вам покажу видео, как она смотрится на мне. Пишите в комментариях, нравятся вам, не нравятся такие фасоны. Но на беременных на самом деле очень классно, она свободная. И потом я думаю, что я буду ее носить как раз осенью, когда у меня родится малыш, я буду с ним гулять с колясочкой и как раз-таки ходить в этой. Ну вот, это моя просто самая любимая курточка. Я ее обожаю. Я ее купила совсем недавно, на весну. Не знаю, может, кому-то не понравится, но мне она очень нравится. Она такая, типа летучая мышь. Сзади она немножко короче. Ну, в принципе, ее можно носить и после беременности, с малышом там гулять, с колясочкой. Она очень удобная. Здесь как замочек есть, так и можно на кнопочку. Кармашки. И здесь очень много места, просто очень она такая свободная. Легко можно так расстегнуть. Вот такая вот моя любимая курточка. Но на этом все.
Спасибо, что вы посмотрели мое видео до конца. Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья, ссылочки внизу будут. Вот, ставьте пальчики. Вот, все. Пока-пока.